Привет, я русская феминистка Владислава Позднякова. Я вышла замуж за таджика. Почему? Потому что они красивые, добрые, волосатые. Мой любимый Насрулов Штаниев настоящий мужчина. Он работает дворником и тратит все деньги на меня. Он романтичный. Даже когда он бьет меня, он делает это лучше русских мужчин. Таджикистан, бебиш. Девочки, выходите за таджиков. Это лучшие люди. Все, кто не согласен с этим, нацисты.